признают долги и хотят их закрыть. Непризнанный лидер Тирасполя заявил, что Приднестровье готово выплатить «Газпрому» 7 миллиардов 700 миллионов долларов, но для этого нужна лицензия на прямые закупки от российского концерна. В интервью для РИА Новости Вадим Красносельский сообщил, что обратился с этой просьбой к молдавскому Кабмину, но ответа еще не получил. Ну, чтобы оплатить данный долг «Газпрому», необходимы прямые договорные отношения. С «Газпромом». С «Газпромом», конечно же, да. Поэтому я и направил госпоже Гаврилице, премьер-министру Молдовы, письмо с просьбой, чтобы надали лицензию на соответствующие правовые отношения с «Газпромом», да, и дали специальные коды для уже импортного газа в Приднестровье, который должен заходить уже напрямую из «Газпрома» именно в Приднестровье. Да. Но ответа нет, по большому счету, и, по сути дела, есть отказ. Мы обратились в правительство с просьбой прокомментировать заявление Красносельского. Пресс-служба запросила официальное письмо, и ответа на него пока не последовало. Эксперты в энергетике говорят, что если бы Приднестровский регион хотел рассчитаться по долгам, там бы установили реальные тарифы для потребителей. Сейчас жители Левобережья платят 1 лей за кубометр газа, а на правом берегу 11 леев. Думаю, реальный экономический потенциал Приднестровского региона этого не позволяет. Если бы внутренние тарифы на левом берегу покрывали хотя бы стоимость доставки газа к границе, большая часть экономической деятельности в регионе остановилась бы. Это своего рода бравада. Ранее вице-председатель парламента Михай Папшой заявил, что, признай Кишинев обязательства Приднестровья, внешний долг страны увеличился бы вдвое, что означает банкротство, поскольку сумма приближается к годовому ВВП Молдовы. «Газпром» утверждает, что задолжал и правый берег. Не выплачено более 700 миллионов долларов. Молдавские власти эту задолженность не признают. При подписании последнего контракта по поставке стороны договорились провести аудит долгов, после чего составят график погашения.